Новости. Рашид Нургалиев приедет с инспекцией в Карелию. 17 апреля запрещен выход на лед, а в Петрозаводске появится центр детского чтения. В студии с новостями Юлия Окунева. Здравствуйте. Замсекретаря Совета безопасности, член Госкомиссии по столетию Карелии Рашид Нургалиев посетит Карелию. 17 апреля он проведет в Петрозаводске совещание по вопросу строительства аэровокзала. В этот же день проконтролирует строительство регионального центра гимнастики и Петровской школы при Петрозаводском дворце творчества детей и юношества. Проверит ход работ по расчистке русла реки Неглинки и проведет совещание по вопросу создания воинского мемориала в Сегежском районе. Рабочие встречи также запланированы на 18 и 19 апреля. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Петрозаводска, охраны жизни, здоровья и предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду, постановлением администрации Петрозаводского городского округа запрещен выход на лед водных объектов с 17 апреля этого года. В Петрозаводске появится центр детского чтения. Это несколько помещений в Национальной библиотеке, оборудованных специально для юных читателей, с системой автоматизированного учета посещений и зимним садом. Предусмотрены читальный зал, комната для занятий и мастер-классов с детьми. Новая библиотека имеет отдельный вход, обученный персонал и сможет обслуживать детей с ограниченными возможностями. Центр планируется открыть к началу нового учебного года. Эти и другие новости читайте на сайте ПТЗ «Говорит». В студии была Юлия Окунева. Следующий выпуск новостей ловите в 19:00. Спонсор выпуска – компания «Адуавто». А где пройти нам техосмотр? Конечно же, у танка. Стоп! Мы меняем правила. Сначала пройди, а потом оплати. А не прошел – не плати. Даже если у вас что-то неисправно, переживать и бояться не надо. Сначала бесплатно пройдите техосмотр, а потом спокойно платите. Так может только АДО Авто. Звоните 77 21 35.